спрашивают насчет генерала Петрова. Типа, он жертва заговора врагов, или он скончался сам по себе? Ну, не знаю, насчет заговора врагов навряд ли, но вы, наверное, помните, я сообщал на одной встрече, что каждый, кто будет лгать, в частности, то, что народу меня, и не только меня, всего, что делается, будет наказан. Если говорить правду, ничего не будет. Если ложь, будет наказание. Автоматическое самонаказание. Судите сами. Следующий вопрос. Вот. Он там много говорил лжи. А я сказал, что за правду никто не накажется. Но если кто-то лжет, он будет наказан. Я в автобиографии описывал один вариант, такого же варианта. Помните, да? Связан с лечением здоровья, так сказать, когда человек говорит, что у меня ничего не было, у меня ничего не убирали. Я говорю, ну извините, вы же пришли с медицинским заключением, я же вам ничего не говорил, это же у вас было. Вы пришли ко мне с заключением врачей, которые говорят то-то, то-то, то-то. Это не я же писал. Нет, мне сказали, что вот, я же убрал же. Помните, да? Но я сказал, если бы ничего не было у вас, я у вас ничего не убирал, значит, у вас ничего не будет. А если у вас что-то было, я убрал, у вас то, что было, вернется. Ну, помните, что случилось, да? Так и здесь. На одной встрече, когда был вопрос такой, я понимал, что все, кто лжет, клевещет, будет наказан. Если они уверены, что они говорят правду, им бояться нечего. А если за каждое слово лжи, они будут наказаны. Вот и все.